разминка, подводящие упражнения и игра в футбол. Все для того, чтобы школьники как можно чаще были с мячом, забивали голы и массово играли в футбол. Это основной посыл проекта «Футбол в школе». Футбол помогает, конечно, развивать и умственные, и физические данные ребятишкам. Ну и главное, я думаю, все-таки получать удовольствие просто от игры с мячом. С нового учебного года в проекте 96 алтайских школ от Российского футбольного союза им были выделены мячи, манишки, фишки и конусы. Один из участников проекта – лицей номер 52. Здесь мастер-класс для ребят провели профессиональные игроки клуба «Динамо Барнаул». Школьники вместе со своими кумирами изучили введение мяча и поиграли в футбол. Получилось любить в игру с мячом даже девчонок. Мне очень нравится, как играют футболисты. Я бы тоже хотела заниматься футболом. Забила сегодня гол? Да. Какие эмоции испытала? Что чувствовала, например? На этот момент я чувствую, что мне очень нравится, и я бы хотела еще поиграть. Помимо футбольных уроков, проект подразумевает участие в фестивале, где есть различные конкурсы. А также каждая школа проекта может поучаствовать и в школьной футбольной лиге. Победа на местном этапе позволит команде выступить в большом финале, который состоится в сентябре в Лужниках. Так что мечта попасть на главную футбольную арену может стать реальностью. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.